Кузьминов, капитан Торпеда. Справа пятый Игорь Бурко, треугольник в центре поля, два опорника, 97-й. Максим Якиш, 27-й. Евгений Березкин на позиции десятки под нападающим. Сегодня будет играть под 70-м номером Вадим Побудей. Слева в полузащите 96-й Евгений Шевченко. Справа 17-й Антон Ковалев. Ну и нападающий Торпеда 33-й Валерий Горбачик. 4-2-3-1. Такая схема у Торпеда. И 4-4-2. Понимаем, такая схема у Гомеля будет. И главный тренер Торпеда — это Дмитрий Молош. Самый важный момент, который хочется сразу обсудить, на котором хочется заострить свое внимание на старте матча. Побудей, Побудей сразу на Устинова. Устинов, прострел неплохой. Шевченко, момент у Торпеда будет. Удар Шевченко, Афи. Как же шикарно играет творец. Ковалев, добавление. И 1-0, Торпеда выходит вперед. Это Антон Ковалев, да, не без рикошета, но тем не менее мяч оказывается в сетке Олега Ковалева. Ну и вот смотрим повтор. Это Афи мяч выносит, плохо играет здесь Ермакович. Ковалев добавляет, мяч попадает в Кострова, транзитом через капитана Гомеля оказывается в сетке ворот Олега Ковалева. 1-0, и жодинская Торпеда выходит вперед. Вопрос, как сейчас будет действовать Гомель. Команде нужно отыгрываться, нужно немного, наверное, перестраиваться. Афи. Очень здорово играет Яшин, но передача плохая. Сейчас на Мякиша. Вновь ошибается Мякиш. Есть удар! 1-1! Вот такой ответ от Гомеля. Это Козловский забивает. Обрезка Мякиша приводит к тому, что свой момент Гомель... Вот еще раз повтор. Обрезка Мякиша. Зона полуфланга и удар Козловского. В притирку со штангой. Бильярдный гол, как говорится, поэтому 1-1 счет в матче Торпеда и Гомеля. Я думаю, что здесь Мякишу прилетит от Дмитрия Молоша. То есть этот эпизод без внимания главного тренера Торпеда не обойдется. Потому что такие обрезки, конечно, ладно, если бы еще Гомель не сумел в поединке. Для Торпеда домашняя заготовка. Подача Побудея на ближнюю. Удар есть или нет? Яшин не пробивает Ковалева. Шевченко не позволяя жодинскому Торпеду во второй раз в сегодняшнем матче выйти вперед. Ну и вот угловые, вот они стандарты, по поводу которых я говорил в начале поединка, что они могут делать результат. Причем как для Гомеля, так и для жодинского Торпеда. Шевченко! Шевченко, Горбачик! Шевченко! Пока не бьет Шевченко! Есть удар! Перекладина! Вот это Шевченко пробил, перекладина спасает. Сейчас Олега Ковалев, удар Шевченко, но вот сейчас каркас ворот спасает Гомель. Да, перекладина. Шикарно пробил Шевченко. Но здесь, грубо говоря, в отыгранном положении находился Олег Ковалев. Никак бы Гомель он помочь не смог бы. Афи. Бурко. Бурко. Вот такая подача. Неплохо. Макаров. Перекладина. Еще одна. Что происходит у ворот Ковалева? Вторая перекладина за сегодняшний матч. Прекрасная подача Бурко. Просто, может быть, делал еще 2-1. Вот смотрим еще раз. Совершенно один. Без опеки. Позиционная ошибка Гомеля. Одного оставили Макарова. Тут пробил, но не сумел занести мяч в сетку от Олега Ковалева. Поэтому 1-1. Сидько. Сидько. Как же здорово. Сидько действует. Собирает сразу двух футболистов Торпеда около себя. Малашевич! Малашевич! Есть удар Малашевича с отскоком от газона. Но сразу на Бурко. Ну вот смотрим еще с повтор удара Малашевича. Хорошая камера, хороший повтор за ворот. Ну и здесь, конечно, очень здорово сыграл Алексеевич. И вот он, финальный свисток Игоря Шумилова, который говорит нам о том, что в матче Торпеда и Гомеля ничья. 1-1. 13-я минута. Ковалев выводит Торпеда.